29-летний Иван Янковский скучает по своей сестре Елизавете. Из-за карантинных мер в связи с пандемией дети Оксаны Фандера и Филиппа Янковского оказались разлучены друг с другом. Елизавета отметила свой день рождения. Девушке исполнилось 25 лет. Этот день она тоже провела без своего старшего брата. Иван нежно обратился к Лизе, опубликовав серию совместных фото. Трогательные кадры передают удивительно теплую атмосферу, которая царит в отношениях звездных детей. На снимках брат и сестра дурачатся, наслаждаясь общением друг с другом. «Моя Лизонька. 25. Как же я скучаю и хочу тебя потискать, моя дорогая нежнейшая сестренка. Обожаю. Скоро, как все это кончится, я первым делом намну твое нежнейшее личико. С днем рождения! Твой добрый брат Иван», — написал актер фильма текст в Инстаграм. Поклонники Янковского восхитились его отношением к имениннице и засыпали пару комплиментами в комментариях. «Красотища! Лиза, с днем рождения», — написала Анна Чиповская. «Так мило, удивительные теплые отношения между братом и сестрой. Это самое огромное чувство, которое испытывает брат к сестре. Это благодарность родителям, которые сделали все для этого. Какое же шикарное обращение у брата к сестре», — прокомментировали фолловеры. Недавно Иван Янковский публично признался в любви дочери Константина Кинчева. Влюбленные помолвлены, а поклонники с нетерпением ждут их свадьбы. Фильм с постельными сценами Ивана с Кристиной Асмус наделал много шума.